январе 12 младенцам в Азербайджане была дана имя Палат в честь ставшего шахидом генерал-майора Палада Гашимова. Присвоение этого имени младенцам резко возросло в 2020 году и в первом месяце текущего года. Данное имя стало особенно популярным в 2020 году. В прошлом году этим именем назвали 193-х младенцев. Для сравнения отметим, что в 2018 году именем Полат назвали 55, а в 2019 – 53 новорожденных. Генерал-майор Полат Гашимов героически погиб 14 июля 2020 года в ожесточенных боях на Товусском направлении в ходе отражения попыток атак ВС Армении. 15 июля он был предан земле во второй аллее почетного захоронения. 9 декабря 2020 года распоряжением президента Ильхама Алиева ему присвоено звание национального героя Азербайджана.